улицы Беларусь. Доброе утро, страна. Ну что же, на зарядку становись. Выполним разминку? Давайте поработаем. Встаньте ровно, ноги поставьте широко. Руки поднимаем до параллели с полом. Поворачиваем туловище в правую сторону, затем возвращаемся в исходное положение. Поворачиваем туловище в левую сторону, возвращаемся в исходное положение. Следим, чтобы при повороте таз оставался на месте. Какое количество повторений следует выполнить? Мы выполняем это упражнение 10-12 раз, что вполне достаточно для вашего уровня физической подготовленности. Какие ошибки мы можем допустить при выполнении этого упражнения? Основной ошибкой считается, что мы опускаем локти вниз, и также надо обратить внимание на ровную спину при выполнении упражнения. Классное упражнение, и легко мне теперь вот хочется ровно держать спинку. Да, что самое главное, оно подходит для любого уровня физической подготовки.